17-я. Первое слово съела корова. Резонно. Так это что еще за дичь, блин? Не дичь, а домашний скот, товарищ майор. Корова. Мудрость третья. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Мергейси Холков. Очевидно, нейросеть включила ее в систему и сообщает субъекту весь объем культурной информации, связанной с коровами. А она это транслирует. В смысле транслирует? Как радио, что ли? Мудрость 95-я. Для одного наука возвышенная небесная богиня, для другого тойная корова, обеспечивающая его маслом. Шридрих Филлер. Блять, я не знаю, кто такой Шиллер, а эта тушенка теперь знает. Ну, что это как не доказательство величия нейросети, коллектив майор? Мудрость первая. Даже если дать корове какао, не выдаешь шоколада. Станислав Лежевец. Я не знаю, великолепно это или отвратительно, но я пошел отсюда. Хочу идти. Еда. Впереди. Холодно. Очень давно не ела. Идти. Вкусно. Крас, я слышу голос свиньи. Я тоже часто его слышу, когда вы начинаете излишне волноваться. Яблоко. Хруст. Немного гнилое, хорошо. В грязи. Много яблок. Я серьезно, это говорящий труп свиньи. Не может быть. И правда, это определенно отклонение. Я... Человек, не пинай. Бросай кожуру. Не пинай, корми. Ты понимаешь, каким хреном это может быть? Ну, свиньи и люди во многом схожи, майор. И я сейчас говорю без сарказма. Вероятно, особый нейрополимер, который есть в местной фауне, позволит даже свинье стать частью остаточной памяти. Кого-то, наверное. Кушать хорошо. Не двигаться плохо-плохо. Большой кусок. Люблю, когда кабан приходит. 40 минут радостно. Потом кушать и спать. Рожать не люблю. И, если честно, это самая жуткая хрень за последнее время. Буду откровенен, товарищ майор. Я сам, как вы говорите, охуел. Что? Ладно, идем уже. Так, говорящая курица. Зашибись. Я фиксирую у этого трупа мощное соединение с коллективом. Очевидно, из-за сбоя система приняла ее за робота и стала сообщать информацию. 760 и 2. Каждый раз больно. Охренеть. И что ты считаешь, курочка? Не родились. Видела, как их ели. Моих маленьких, бедненьких. Яички. Я бы высиживала их, но их нет. Фу. Храс, если я выживу, то походу стану этим. Ну как там сейчас модно у молодежи? Вегетарианцем. Но помните, кто еще был вегетарианцем? Гитлер. Ну так и Дарвин, и Эйнштейн, Ньютон опять же. Что ж теперь? Если бы я могла летать, я бы улетела нахер. Так, все, пошли отсюда.